В Баку прошел второй день инновационного саммита InMerge, организованного Паша Холдинг. Спикерами второго дня стали вице-президент и технический директор Amazon Вернер Фогельс, профессор Гарвардской бизнес-школы и основатель Waze Ури Левин, а также основатель компании Paradox Strategies и Innovation Force Линда Хилл. На мероприятии, посвященном инновациям в сфере бизнеса, сегодня также прошли многочисленные панельные сессии с участием лидеров отраслей. Ключевыми темами обсуждений стали такие актуальные направления, как финтех, инсуртех, телекоммуникации, электронная коммерция, искусственный интеллект, маркетинг, а также другие секторы. Работу саммита на протяжении двух дней освещали не только ведущие азербайджанские СМИ, но и мировые медиа, а главным информационным партнером InMerge в этом году стал Global Media Group. Сегодня Global Media Group вместе с входящими в группу компаниями представлены здесь как основные медиа-партнеры. InMerge Innovation Summit – это один из крупных в Азербайджане, я бы даже сказала, в регионе инновационных саммитов, где собрались вместе инноваторы, стартапы, инвесторы, очень известные спикеры. Я думаю, проведение таких мероприятий очень важно для вообще Азербайджана, региона в целом. Считаем, что это очень хорошая возможность для молодых компаний, стартапов встретиться здесь со своими потенциальными инвесторами, а также представить свои идеи. И, возможно, это будет для них шансом не только как бы начать свой бизнес в Азербайджане, а выйти на мировой рынок. В этом году одним из главных партнеров мероприятия стал Trendyol Group. It is going great. Саммит проходит отлично. Мы участвуем в InMerge уже второй год и также являемся одним из спонсоров мероприятия. А вчера мы подписали соглашение о создании фонда InMerge Ventures в партнерстве с Паша Холдинг и государственными учреждениями Азербайджана. Мы считаем, что это мероприятие очень важно для поддержки цифровой экосистемы, и на этом рынке еще есть место для появления новых стартапов. Поэтому участвовать здесь, делиться ноу-хау, вдохновлять друг друга крайне важно. Мы в Trendyol верим, что на этом саммите встретим еще больше местных талантов и познакомимся с новыми потенциальными партнерами. Кроме того, обмен мнениями всегда полезен, и мы верим, что можем многому научиться у участвующих здесь предприятий. And we believe that we will learn from other ventures as well. Также в рамках саммита прошел конкурс стартапов с призовым фондом в размере 25 тысяч долларов. Кроме этого, основатели стартапов имели возможность получить поддержку от инвесторов и до 200 тысяч долларов дополнительного финансирования от Паша Холдинг.